Корни Сталицкой Свято-Успенской обители лежат в Киево-Печерской лавре. В помняннике Успенского монастыря записано, именно в 1110 году пришли в урочище Старый Бор два инока из киевских пещер – Трифон и Никандр. Стали там жить и Слову Божию учить приходящих к ним. А Сталицкая обитель была основана не на этом месте. Она располагалась на горе в глухом лесу, где два инока поставили себе келью. Место постепенно обживалось, и так образовался монастырь, а вокруг монастыря селение. Волшебный. Сегодня 2 мая 2021 года. Мы находимся в Сталицком Свято-Успенском монастыре. Нам очень повезло, что сегодня воскресение Христово, Пасха. Это самый главный христианский праздник. Я очень люблю этот монастырь. В моем списке он занимает 2-е место. После Борисоглебского монастыря в Ярославской области. Меня сначала удивил странный перезвон колоколов. Но я случайно встретил батюшку, он мне объяснил, что сегодня в Пасху можно подняться на колокольню и звонить в колокола всем желающим. Поэтому вот детишки развлекаются.
Красотища. Кто знал, все сказал. Ставьте лайки, дергайте за колокольчики, а дальше нас ждет прогулка по старому городищу.